Приветствую всех на нашем канале! Дорогие друзья, сегодня к нам прилетел необычный гость. Это майский жук, а точнее жук-носорог. Масяня проявила к нему большой интерес еще в тот момент, пока он над нами кружился и категорически хотела с ним познакомиться. Со стороны жука это было очень опрометчиво к нам прилететь. Давайте посмотрим, чем это все закончится. Глянь какой! Смотри, точно носорог, Масянька. Мась, иди посмотри. Мась, глянь. Глянь какой. Мась. Лизнула. Тебе прям вот хочется его съесть, да, Мась? Нет. А ты думаешь, он вкусный? Мы его отпустим. Мась. А, Масянька? Какого жука нашли, да? Прилетел к нам жук в гости. Вот такой жук красивый. Он как лакированный. Немножко пыльный и лакированный. Куда-то он ползет. И вот такие лапки колючие. Мась, ну он невкусный. Вот честно, я тебе обещаю, что он невкусный. Права. Ну вообще говорят, что жуки, у которых твердое вот это хитиновое покрытие, они не особо питательные и не особо вкусные. Снобы, да? Тихо, ну. Хочешь съесть? Да, у него моська интересная, пушистенькая. Мась. Жук упадешь. Ползет. Мне кажется, он хочет делать бзз. Мась, нет. Нет, 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 говорю. Нельзя его есть. Ну не надо кушать. Сейчас он тебя укусит. Хочешь, он тебя укусит? Масянька. Ну зачем? Мась. Не надо. Не бери. Мы его есть не будем. Да, он несъедобный. Глянь, какой красивый. Красивый, да. Масянька, посмотри, какой жук. Ты его поймать хочешь? Как тебе его хочется поймать? Какой жук, да, Масяня? Ты его скушать хочешь? Смотри, какой красивый. Красивый жук, посмотри, Масянь. Мась, посмотри, какой. Глянь, какой. Красота. И рот свой открывает, Мась. Ну, зачем? Ты его сейчас уронишь. Кто там на тебя напал? Не ешь его, ешь его, Масянь. Не ешь его, не надо. Нет. Не надо его кушать. Ну он несъедобный. Нет. Ну несъедобный, Мась, несъедобный. Все, давай его вон на цветок посадим. Давай. На этот? Опа.